Всем привет! Сегодня хочу показать своего красавчика Кротона маме. Сейчас он у меня после купания, весь в капельках, блестящий, красивый. Сейчас у нас декабрь месяц, Кротон у меня растет при искусственном освещении. Листики стали более такие зеленые, широкие, от того, что не хватает ему солнечного света. Ну, ничего страшного. Летом на подоконнике они окрасятся в яркие цвета. У мамы вообще очень красивые, необычные листья. Они закручиваются. На кончиках у них такие вот небольшие иголочки. И окраска у всех листиков очень разнообразная. Причем закручивание у них тоже разнообразное. Видите, вот здесь такой не до конца сформированный листик. Какие-то сильнее закручиваются, но молодые пока не особо закручиваются. Уход за кротоном маме такой же, как за остальными кротонами. Главное, чтобы было достаточно тепло, светло и влажно. Опрыскиваю в зимний период я их каждый день, несмотря на то, что у меня стоит увлажнитель воздуха и влажность догоняется увлажнителем где-то до 50 зимой. А все равно каждый день нужно их опрыскивать. Также необходимо регулярное купание для того, чтобы на нем не заводился паутинный клещик. Кто разводит кротоны, знают, что их очень любит жрать паутинный клещ. Это вообще беда. Заводится он на нижней стороне листа, мелкие жучки, и потом образуется паутинка. И для профилактики необходимо купание, желательно вообще раз в неделю купать. Ну, если завелся паутинный клещ, необходимо лечение. Я опрыскиваю обычно фитовермом или бонафорте. Чередую, чтобы не было привыкания. Ну и вот обязательно купать, купать и еще раз купать. При купании просто пакетиком целлофановым нижнюю часть здесь закрываю, чтобы вода туда не натекала, и теплым душем хорошенечко мою листики. И вот такой у меня красавчик. А здесь еще один красавчик дремлет, ему у меня очень нравится обитать в кротонах. Но раз уж начала показывать кротоны, вот у меня еще красавчик Эксилент. Сегодня у меня выходной день был, днем купания кротончиков. Вот я его тоже искупала. Это у меня генерал Пейдж. Ну, сейчас они у меня все такие зелененькие от искусственного освещения. Генерал Пейдж у меня вообще большой пышный кустик. Ну, гуаяба маленький, я его не так давно приобрела. А тут вот Магнифисент. Про остальные кротончики как-нибудь расскажу потом и покажу. У меня еще их несколько видов. Ну, сегодня ограничимся вот этими. Всем пока, до новых встреч!